другу половину вечірніх ефірів «Вогонь четверга» ми перетворили на марафон щодо по досвіду щодо реінтеграції окупованих територій Молдови, це Придністров'я і Грузії, це Абхазія і Південна Осетія. І продовжуємо розмову з колишнім міністром з питань примирення та громадянського рівноправ'я Грузії Паата Закарієшвілі та Андрій Попов, екс-дипломат, каже, що екс-дипломат з Молдови. А дипломати, я думаю, колишніми не бувають. Перебили Паату по розповіді, що в Південній Осетії все йшло до інтеграції своїм природнім шляхом. Да. Но, к сожалению, люди, которые не знают конфликт, это самая ужасная природа политиков, к сожалению. Которые, когда новые политики приходят к власти, они думают, что с них начинается эпоха вообще, с них начинается летоисчисление. И почему-то решили, что все до сих пор, что, что было сделано, это было все это несерьезное, то есть власти не управляли, люди сами помирились, надо было немножко надавиться, и все было в порядке. И пошло какое-то искусственное как-то вливание каких-то экономических и политических действий, и, к сожалению, пришли, Россия поймала сразу же вот это, сразу поймала, естественно, поймала различие между естественным развитием разрешения конфликта и искусственным. И там, где началось искусственное, она начала действовать, управлять ситуацией в свою пользу и вогнала нас в тупик войны, к сожалению, откуда уже было очень поздно выйти. В 2008 году случилось то, что сейчас нас отбросило на 20 лет назад. И уже, конечно, для нас приднестровский пример очень даже очень привлекательный, но явно, если мы здесь разговаривали в 2007 году, то я уверен, что я мог бы более смело говорить о тех успехах, которые достигла Грузия к тому времени. Так вот, сейчас мы находимся довольно трудной ситуации, но одно, то есть лично я всегда, не то что даже оптимист, а реалист, и всегда вижу, что нельзя смотреть только на силу противника, например, Россия большая страна, и раз она что-то захочет, то есть все получает. Это не так. Даже такие маленькие страны, как Грузия, и Молдова и Украина, у нас есть свои ресурсы, у нас не столько танков. У нас интеллекта не меньше, то есть интеллект не вычисляется количеством народа в государстве. То есть мы можем вырабатывать такие идеи, которые могут достойно противодействовать против российских идей. Тем более, что мы строим демократию, и, соответственно, демократия более привлекательная система, чем авторитаризм. И я думаю, что и у нас, тем более, это, что у нас есть, тем более у вас, что у нас мы можем наши проблемы решить, если внутри государства покажем населению, оккупированных территорий, что Грузия, там, я могу за Грузию говорить больше, чем за другие страны, что Грузия явно отличается от России. Грузия – демократическое государство, там есть право человека защищены, право национальных меньшинств или религиозных, в самом деле в эту сторону мы идем. Грузия – более безопасное государство, оно строится, экономически развивается. И посмотрите, что происходит в России, она становится страшилище все больше и больше для мирового сообщества, как она ведет себя в том же самом в Украине. Крымский фактор, крымская аннексия очень отрезвила, особенно абхазов. Они поняли, что следующая остановка может быть Абхазия. А потому, абхазы не хотят в России? Они категорически не Почему? Хотят. Потому что они не русские. И, соответственно, они боятся, что они растворятся. Они малочисленный, но достойный народ, который думает о своем будущем, о своей реализации, своей идентичности, абхазской культуры, языка. И они уверены, что если будет, скажем так, больше интеграция в России, они потеряют свою идентичность. Тогда те дни, когда как раз ужасные вещи происходили в Крыму, и вам не до этого было, естественно, в Абхазии происходили менее драматичнее, но Россия выкручивала руки, навязывала Абхазии для себя приемлемый договор, аннексию, но не в форме референдума какого-то непризнанного, незаконного, а с руками Абхаза подписать договор, который фактически была бы аннексией. Абхазы сопротивлялись очень серьезно, очень долго, и добили своего, что они поменяли тот так называемый незаконный договор. То есть Абхазия сопротивляется, и это, конечно, очень важный фактор, что Россия не может перед всем миром выкручивать руки такому маленькому народу. Получается, что она не защищает их, а навязывает свою волю. Маленький недостойный народ, прерву вас на секунду. У нас есть видео, правда, там картинка не меняется практически. Там местный житель рассказывает о том, как ему сейчас живется в Абхазии. Я прошу поставить видео большое, мы вырезали небольшой кусочек для иллюстрации. Вроде все по закону сейчас. Вроде как государство законно, вроде как по абхазским законам все должно выполняться. Но если надо будет, они могут законы по-другому представить и сделать из правого виноватого. По абхазским законам
приобретать землю здесь может только гражданин Абхазии. На абхазский паспорт. Паспорта русским не дают. Кто хочет такой вариант, чтобы купить паспорт, может это сделать. Это не закон, а по абхазскому закону. Ну, некоторые здесь уже покупили, накупили себе достаточно. Кто что может по-всякому. Хотят, рискуют, пускай. Находят кого-то здесь, кто мог бы на себя оформить дом местный. Ну, пока хорошие отношения. Русские будут здесь владеть тем домом. А потом могут обостриться отношения. И тот, на кого оформлен дом, скажет, что это вообще-то мой дом. Потому что он оформлен на меня. Вот бумаги. Все. Русскому придется отсюда убраться ни с чем, пока жив-здоров. Бюрократия, взяточничество в вопросах там каких-то жилищно-коммунальных, там все делается через третьих лиц. Ну, вымогательство взяток там, вот, что можно сделать за час, иногда приходится ждать месяц решения какой-то там несущественной проблемы. Я хочу, чтобы вы рассказали, ну, как, правду говорит ли этот человек, действительно ли там так все? Во-первых, там, конечно, так как распространяется российская оккупация, и все, и российская государственная культура распространяется, то чувствуется коррупция. Да, так что это естественное явление, коррупция на территории Абхазии. Там единственная неверная информация, у них электричество свое, у них и электричество своего нет, Грузия подает. До сих пор? До сих пор оплачивает это все Грузия. Mm-hmm. То есть Грузия, это Ингургэс, там довольно мощный ГЭС еще в советское время, один из самых крупных на Кавказе. А вы при Перестройке что-то оплачиваете еще? Там, ну, Молдова до 1 апреля закупала из Приднестровья 70% всего наоборот потребляемого в Молдове, всей потребляемой электроэнергии. Из Приднестровья? Из Приднестровья. Mm-hmm. А мы подаем и оплачиваем. Mm-hmm. Оплачиваем, то есть вся энергия они получают бесплатно. Ну, подождите. За энергию, которую мы покупали, мы платили более 200 тысяч миллионов долларов в год. И эти оплаты... Сколько? Ну, около 200, даже более 200 миллионов долларов в год. Долларов в год в Приднестровье платили. Да, за электроэнергию. А как им, спрашивается, технически это осуществлялась оплата? Это же не признанная территория? Или у них есть какие-то счета? Вот, я до сих пор не разобрался даже в Украине. Там были какие-то механизмы между ЛНР, которая террористическая, но при этом вода и прочее. Вот мне интересно, как это у вас там происходит. Я все-таки частный. Я хочу сказать, что тем самым наполнялось до трети приднестровского бюджета. Вот сейчас с 1 апреля всю импортируемую Молдову электроэнергию мы покупаем у Украины, потому что удалось договориться, там есть некоторые нюансы, но удалось договориться до более, на более лучших условиях, и для приднестровского бюджета это большая проблема. Но Приднестровье существует за счет двух или трех составляющих. Так ключики отбираете все-таки. Смотри, да? Но ключ не в одном, не один. Ни одна большая. Знаете, как я такую формулу по ключам. Большой, большущий ключ в Москве, отмычка. Mm-hmm. Без нее никак. Mm-hmm. Но, знаете, иногда есть дополнительные ключи. Вот пока мы свой ключ в Кишиневе не найдем, не отработаем, пока мы не сделаем Молдову более привлекательной, раз. Пока мы в Молдове не построим консенсус, как к нам относиться прагматично на долгий срок, выработать серьезную эффективную политику, два. Пока мы не сможем на свою сторону переключить приднестровское население и убедить, что мы приглашаем в нормальную страну, которая держит слово, в которой нет коррупции, в которой выполняются права человека. Этого сейчас, к сожалению, в Молдове еще нету. То пока это не случится, российский ключ мы не повернем. А вот создав предпосылки, мы, я надеюсь, по крайней мере, продвинемся в пути, чтобы смогли и с Россией более эффективно договориться. Вот мне почему по Приднестровью интересно, мне кажется, вот по Абхазии на самом деле. Потому что вы сейчас затронули, что Абхазия — это все-таки конкретная субъектность у этого народа, который не хочет частью быть России, да. Но и до сих пор еще не хочет стать опять частью. У нее это субъектность всегда была, то есть она была автономной республикой в составе грузинской республики в советское время. То есть субъектность Абхазии всегда присутствовала во все периоды советского периода. Соответственно, никто не думал отнять субъектность как таковой. К сожалению, грузинский национализм, который после развала Советского Союза, к сожалению, оно подумало, что раз Советский Союз развалился, все в порядке, сейчас мы можем свои права качать. Россия как раз на этом фоне хорошо подыграла, хорошо поймала момент и вовлеклась, усиливая, скажем,
скажем так, позиции грузинского национализма. Самые националистические грузинские правительства предлагали как минимум федерацию, да, уже? Нет, никогда Грузия автономию не предлагали, ни федерацию, автономию. С грузинской стороны федерация никогда не звучала. Звучала федерация со стороны абхазов. Они были готовы, в 90-е годы озвучивали такую позицию, была работа над определенными текстами, но, к сожалению, в итоге не состоялся. И даже сейчас о чем речь идет? Сейчас пока после 2008 года, после того, как Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии, к сожалению, на политическом уровне никаких диалогов не ведется. Ведется дело только с Россией в Женеве, где Россия приглашает в свою, скажем так, команду представителей и Сухуми, и Цхинвали. Людей, то есть, ну, там как до сих пор, вот 2008 года уже ведется этот формат, до сих пор не подписан ни один документ, то есть никто не знает, кто кого как представляет, то есть ни одной подписи в природе не существует. Тогда как после 90-х годов, уже в 94-м году были подписаны все договоры грузино-абхазском конфликте, который должен был урегулироваться. Насколько урегулировать, другой вопрос. Документы существовали. В 1993 году был подписан договор торговецкий между Шеварднадзе и Ельцином по Южной Осетии. А сейчас прошло сколько времени, и ничего, никакого документа не существует, на основании которого мы можем определить сторону конфликта, кто участвует. Для нас Женева – это грузино-российский формат переговоров, где с Россией обсуждается вопрос Южной Осетии и Абхазии. Самими Абхазами, Южно-Осетинами, к сожалению, у нас нет никаких других форматов, поэтому вместе с русскими обсуждаем их судьбу и в течение полдня. Так, 3-4 месяца раз, что явно не хватает для того, чтобы как-то... В таком формате можно в Киеве вам приехать, попить кофе в центре на Майдане, обсудить и разъехать. Женева, да, понимаю... по-моему, интересный голос. Женева красивее, да, все-таки согласен. Дороже. Дороже, да. Вот. Андрей говорит, треть бюджета Приднестровья наполняет Молдова, Грузия наполняет бюджет Абхазии и Южной Осетии хоть каким-то образом. Бюджетом не наполняет, но то, что электричество, к примеру. Оксана, я сказал, что я не договорил. Треть бюджета Приднестровья наполняется за счет внешнеэкономической операции, частью, большой частью из которых, не больше, а большой, являлся экспорт электроэнергии в Молдову. Другая часть экспортируется не только электроэнергия, текстиль, другие продукты в Молдову, в Европу, в Россию. Вот это треть. А другая треть, а может даже больше, это субвенции, субсидии разные из Российской Федерации. Перейдем к этому, вот. Да. Я хотела тоже вопрос задать Паде сейчас по поводу, за счет того, что за счет электроэнергии погашают там часть какого-то бюджета. Нет, то есть это же наша электростанция, то есть это эксплуатируется, это, оно считается на баланс Грузии, хотя это очень интересный фактор. Почему мы подаем электроэнергию? А то, когда в 90-х годах мы очень легко могли перекрыть, мы Южную Осетию полностью перекрыли отдачу электроэнергии, растительной воды, газу. Сейчас почему нет? Потому что уже хотят, уже Россия уже подключила их. Четыре года они мерзли, они ругали нас, международное сообщество ругало нас, что почему там мерзнут люди, там дети в школах, в детских садах, в больницах. Это мы были, это мы дали предыдущая власть. За это время, за 4 года Россия через Кавказский хребет построила газовый. И, соответственно, они уже подключены там. Уже они не хотят нашу сторону. Хотя за 4 года они все время требовали, даже на Женеве визы поднимали этот вопрос. И почему мы не смогли перекрыть электричество в Абхазии? Потому что водохранилище находится на территории, которую контролирует грузинская сторона. Самый ГЭС, вырабатывающий электроэнергию, находится на стороне, которую контролирует абхазская сторона. Россия. Соответственно, мы не могли без согласования с ними получать себе энергию, они не могли без согласования с нами получать энергию. Соответственно, мы решили, что и нам, и вам. Такая ситуация. Что... Ну, так как это считается на балансе Грузии, поэтому эта энергия мы не их, то есть не платим, а самому себе платим. То есть население не платит Абхазии за за выработанную энергию. Там одна проблема, вы физически саму гидроэлектростанцию не можете перенести на подконтролированную... Нет, почему? Мы можем построить. Построить, да, можете. И сделать другой канал. Но, слава богу, так, с тех времен изменился власть. И здравомыслящие люди пришли и поняли, что это абсурдно полностью отказываться от своего народа. То есть, потому что вариантов разных. То есть, главное водохранилище. Соответственно, мы могли бы сделать другой канал, другую сторону, потратить какие-то деньги и построить меньше даже ГЭС. Меньше... У нас тут просто тоже есть когорта любителей не отказываться от своего народа и приторговывать с ним по черному контрабанду через
серую зону в Донбассе, вот, и формально объяснять это тем, что, например, альтернативы поставкам угля оттуда не существует, потому что наши электростанции, наши ТЭЦы не переваривают другой уголь. Вы опыт в какой части хотите перенести на Украину? Я не хочу, перенести. Мы хотим просто рассказать. Тем более тогда, когда спрашивают. Вы сами не приехали, я свои деньги не тратил, чтобы приехать сюда и навязаться в моей позиции. Расскажите нам про контрабанду в серых зонах ваших конфликтов. Ну, там, где конфликты, там и контрабанда. Можно сказать, что на стыковках, где вот, линия размежевания, оккупационная линия между, между абхазской стороной и грузинской стороной, Зугдинским районом и Глазским районом, с одной стороны, по южной Осетии, там есть район, Ахалгорский район или Курильский район, там на стороне, на оккупированной стороне живут этнические грузины, в Глазском районе и Ахалгорском районе. Соответственно, они там очень довольно, скажем так, успешно проводят, торгуют, провозят продукты, потому что без продуктов Грузии эти регионы было бы тяжело, потому что все дешевые продукты поступают из Грузии, потому что со стороны России в Абхазии, так, на грузино-абхазской границе, Сочи довольно дорогой город, и оттуда поступают дорогие продукты, а для Южной Осетии еще хуже, Кавказский хребет надо перейти, то есть привезти из Владикавказа продукты в Схидвали, значит, дороже. Когда как из Грузии через долину, и, то есть без уже существующей инфраструктуры, легче поступает. Поэтому, конечно, на той стороне есть люди, которые этим живут и этим управляют ситуацией. Насколько это схемы, например, на местном уровне коррупционные, на местном уровне кто контролирует, это трудно сказать, но, по крайней мере, так как эти территории для нас, территории Грузии, для нас не важно, в какой регион поедет продукт, в Мингрелию, там, в Кахетию или в Абхазию. Андрей? Вот я задам вопрос так. Да. Есть универсальный ответ? Нужно блокировать экономически оккупированные территории или не нужно? Нет универсальных ответов. Универсального ответа нет. Каждый хорошо, если по каждому из этого... В нашем случае я рад, что мы не пошли по пути блокады, и это не значит, что у вас эта форма применима. Но в нашем случае за последние 12 лет мы смогли подключить приднестровских экономических агентов на молдавский рынок, на европейский рынок. И сейчас де-факто Молдова получила де юре от Европейского Союза не только договор ассоциации, но и зону свободной гулённой торговли, которая позволяет нам беспошлинно на льготных условиях экспортировать в ЕС. И приднестровские предприятия туда экспортируют, а, соответственно, завязок намного больше. Экспорт Приднестровья переориентировался с России на молдавский и европейский рынок. Но если есть один урок, который я могу точно сказать, он применим, это пытаться, несмотря на войну, которая стирает нюансы, очень сложно в ситуации военного конфликта говорить в полутонах. Общество радикализируется на наших, и кто не с нами, тот против нас. Но нужно понимать, что регионы неподконтрольные, они не гомогенные. Там есть руководство, есть администрация. В большей или меньшей степени она зависима от России. Но, вы видите, Пата говорит, что с Абхазией не так просто в Москве договариваться. У них есть уже выработались за 27 лет свои интересы. Я думаю, позволю себе сделать такое заключение. Мне кажется, из того, что я знаю, в Крыму и в Луганске, и в Донецке еще не сформировались интересы местных элит, которые бы выражали местные интересы. Они, ну, в большей части выполняют, доводят какие-то указания и решения, которые им присылают из Москвы. Это факт. И люди, которые сейчас у власти в Крыму или так называемых ДНР и НЛР, они до 2015 года никого практически не представляли. Они не пришли в результате волеизъявления. Но все-таки нужно понимать, что не все как они. И даже в администрации, на средних, низших, чиновничьих уровнях, а также в различных госслужбах, вот пожарники, экологи, экономисты, учителя, бюджетники, они не значат, что они коллаборационисты. То, что они не выехали, это не делает их предателями. И вот нужно научиться дифференцировать и проводить адресную, точечную политику одну к властям, и даже на уровне властей и администрации смотреть, что не всех нужно иллюстрировать. Потому что если и к властям, с одной стороны, и с другой стороны, к населению. А в населении нужно тоже смотреть, что есть люди, у которых, ну, которых эта ситуация не устраивает. Да, они сейчас временно подстроились, да, они не выехали. Но при изменении конъюнктуры они могут вписаться в объединенное украинское государство.
Да, перепосовываются. У людей свои проблемы. Больные родители, дома, кто не прав. Я не осуждаю людей, кто не... Я вот эти моменты, нотки осуждения видел здесь у собеседников. Я понимаю, это болезненная тема. Но я бы призвал попытаться быть более гибкими и эффективными в плане дифференциации. И второе, есть у вас категория очень уязвимая. Это внутренние переселенцы. Их больше 1,5 миллиона. Так вот, от того, как вы будете относиться к ним, у нас этого нету в Молдове. У нас все переселенцы, практически 90%, вернулись через несколько месяцев после военной фазы конфликта. Так вот, эти переселенцы являются очень важным каналом коммуникации между Киевом и неподконтрольными территориями. И вот когда люди возвращаются там и говорят, а вот у нас хорошо, к нам хорошо относятся, как к нашим. Вот тогда, со временем, я надеюсь, они будут иметь эффект ментального сдвига. И еще есть освобожденные территории. Краматорск, Славянск, другие места. Так очень важно, ну, не создать витрину, но очень важно очень деликатно к ним относиться, потому что это прямая линия контакта. И того, как там себя люди будут чувствовать, будет зависеть и умонастроение в тех регионах, которые оказались отрезанными или которые Киев не контролирует. Вот это мой совет. И еще раз, думать не только о территориях, а думать в первую очередь о людях. И не торопиться с жесткими выводами всегда, и не смотреть, вот сегодняшняя фотография, она навсегда. Есть психологическая динамика. Со временем люди меняются. К сожалению, то, что я вижу, уж позволите сказать, за 3 года умонастроения на этих территориях, они изменились не в лучшую для Киева сторону. Во-первых, очень людей лояльных Киеву уехало более 1 миллиона, то есть демографический состав поменялся. А те, кто остались, они уже радикализированы, у них односторонняя подача информации, они вынуждены приспосабливаться, но и они видят эффекты войны. Война, она, у нее очень грязное лицо для всех. Если для Приднестровья это не актуально, вот по Грузии, проводила ли Россия на этих территориях, которые фактически типа признала независимыми, но подконтрольные ей, замещение населения или завезение населения со своих территорий? Не, они не позволят, мне кажется, что... Кто не позволит? Абхазия все ценит. Для них очень важно, чтобы они боролись за свою этническую идентичность, за какую-то свою перспективу своей этнической, скажем так, государственности, чего они никак не могут добиться. Нет, речь не идет поэтому вытеснении абхазов или осетинов, речь идет о завезении... Это одно чистое вытеснение, то есть за 25 лет вот такой типа сейчас этнический составляющий час, например, в Абхазии. Около 80 тысяч человек – это абхазы, около 60 тысяч человек – это грузины. И армяне где-то около 40 тысяч человек. И около 15 тысяч человек русских. Где эти русские? То есть, если бы эта политика была бы, их было бы значительно больше. Более того, вы отметили, то есть было отмечено в интервью, что русские как будто покупают квартиры, то есть граждан России. Это практически исключено. Как раз это один из самых главных факторов абхазов, чтобы они ни в коем случае, кроме граждан Абхазии, так называемых, которые незаконно не соответствуют грузинскому законодательству, кроме там, тех людей, которые они сами выдают какое-то свое гражданство, никто не имеет права купить собственность именно недвижимость. Потому что движимость, земля считается государственным. И никто не может. На земном шаре ни абхаз, ни гражданин, никто не может купить землю. Но недвижимость могут купить только граждане, так называемые граждане Абхазии. Это тоже одна форма защиты. От кого? От российских граждан. Потому что с Грузией у них и так как будто проблемы решены. То есть они Грузии в этом ключе не боятся. Грузины не могут войти туда и купить большое количество недвижимости. А граждане России могут. Поэтому это довольно интересные месседжи, посылаем из Абхазии, насколько они защищают себя от российской интервенции. До конца эфира совсем. Есть 5 минут. Да. У нас просто очень распространено мнение о том, что конфликт наш замороженный или не замороженный, или в острой фазе, как он там, каким он там ни был, он закончится тогда, когда Россия перестанет финансировать террористические группы, эти ЛНР и ДНР. Насколько Россия финансирует Приднестровье, у нас Россия тратит на них более 1 миллиард евро в год. Насколько финансирует Абхазию, Южную Осетию и Приднестровье Россия, и упал ли уровень финансирования за последний год? Ну, есть перебои с финансированием, но я хотел сказать, что финансирование из России обеспечивает, ну, я думаю, пожалуй, треть бюджета Приднестровья. И парадоксальным образом делает так, что для некоторых категорий граждан, жителей Приднестровья, жизнь не хуже, а лучше на левом Приднестровском берегу.
В частности, уровень пенсии, для пенсионеров пенсии процентов на 30 выше. Коммунальные услуги, тарифы на газ и электроэнергию в 4-5 раз меньше. И даже элементарный выход на пенсию раньше, на 2,5 года. Представляете, Молдова член международного сообщества, признанный у нас постоянным меморандумом с валютным фондом, помощь много сотни миллионов от Европейского Союза, более миллиарда уже за эти годы независимости от США. И тем не менее уровень жизни для некоторых категорий, не для всех, в Приднестровье, то есть особой привлекательности экономической, пока Молдова не представляет. Я думаю, есть потенциал, чтобы мы повысили привлекательность в плане работы институтов, прав человека, бизнес-климата и другого. Но если одним посылом я бы поделился, нужно понимать, и наша ситуация показывает, что нет быстрых решений, не бывает. И я думаю, нужно прийти к тому, что решение, ну не только это, я не вижу предпосылок, чтобы Россия моментально отказалась от финансирования, плюс вижу, что Россия так сильно запустила психологический маховик в общественном сознании, что просто так уйти оттуда и будет сложно чисто с точки внутренней политики и пиара. Но как сделать так, чтобы мы выстроили, мы долгосрочную эффективную политику и какие-то все-таки сохраняли потенциальные возможности для проникновения туда и сохранения связей, без которых потом будет намного сложнее. Да, Россия финансирует Южную Осетию, можно сказать, если не на 100%, то на 80%. Цифры знаете? Нет, цифры меняются, уменьшаются. Самое главное, там цифры не все публичные. У нас, пожалуй, 400-500 миллионов долларов, можно так приблизительно сказать. А в Абхазу где-то на 70%, 60%. В основном не деньгами, а разными схемами бесплатной практики. Большинство денег уходили в коррупцию. Потом Россия поменяла свои схемы, и уже как это, то есть из России финансируются конкретные программы, и проекты, и пенсии. Так что однозначно уже не те деньги поступают, особенно после Крыма. Явно почувствовала, что довольно серьезные потоки денег прекратились как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Уникальность крымской ситуации, она отличает это и от Донбасского региона, восточного, и от Приднестровья, и даже от Абхазии, где абхазы все-таки и в Грузию не возвращаются, и в Россию не хотят. Это коренное население Крыма, крымско-татарское, которое фактически 100% лояльно или близко к этому лояльно было к Украине на момент аннексии. Что Украина должна действовать, и является ли это фактором, который может ускорить возвращение этих территорий? Я понял, это уникальный этнос, и он коренной в Крыму. И задача обеспечить сохранение и развитие языка и культуры, она первостепенная, чисто гуманитарно-культурная задача. Сейчас, насколько там условия, насколько я понимаю, условия ухудшаются. Не все было розово и во время, когда Крым был де-факто и де-юре частью Украины. Но сейчас из того, что я вижу и мне рассказывают очевидцы, ситуация ухудшается. Я думаю, вот этот аргумент очень важный, чтобы это чисто по гуманитарному вопросу было сделано все, чтобы эта проблема была доведена. Я по-другому задам. Должна ли постфактум, не контролируя эту территорию, Украина сейчас гарантировать автономию для крымских татар, для коренного населения, на ваш взгляд? Сейчас гарантировать автономию? Да, сейчас ее предоставить, уже не контролируя эту территорию. Решить политически, давая сигнал. Сами должны внутри решаться. Просто я могу сказать, что политика России не всегда постоянно, скажем так, не устойчиво. Начиная с Петра I, Россия как маятник восток-запад, восток-запад. Ферге, пример, 40 лет ждал форточку возможностей, чтобы вернуться к ГДР. Готовился. То есть ждал, да. Он в это время создавал государство, которое было бы интересно для ГДР. Кипр. 35 лет после последних боевых действий. Для меня полностью неприемлемо, в Грузии неприемлемо, когда говорят, чем мы начали, что сколько можно ждать. И 3 года всего лишь прошло. В 1996 году я с моими друзьями написал концепцию, где было прописано, что к 2006 году конфликты будут решены. И над нами смеялись. В июле написали, помню, и сказали, что июльское солнце их ударило. Сейчас 2017 год. Да? То есть время надо отложить на стороне. Надо каждый день заниматься как Донбассом, так и Крымом. И обязательно наступит форточка возможностей, когда у Украины будет возможность вернуться к этому вопросу. Но к тому времени Украина должна быть другая.
Спасибо. Палата Закаришвили, бывший министр по русски говоря, по равноправию. Примирению и равноправию. И Андрей Попов, бывший дипломат Республики Молдова, были сегодня в нашем эфире. Слава пишає Оксана Денисова. Прощаємося з вами до понеділка. Завтра Христина Бондаренко, Сергій Щербіна готують ефір для вас. Дочекайтеся.